Как вырастить теплолюбивый арбуз в домашних условиях, да еще и на крайнем севере, не знаете? А вот ученик 2 класса 6 школы Владислав Головащенко знает. Мальчик даже уже попробовал первые плоды и рассказал об этом депутату Виктору Казарину и главе города Андрею Гаранину. Накануне представители власти побывали с рабочим визитом в 6 школе. Семечку как вот заложил, сколько, через сколько уже вот этот арбузик-то кушал? Времени. Сколько времени? Месяц, два, неделя, три. Не засчитывал сколько времени? Нет. 3 месяца. А, 3 месяца? Ну, это нормально. 12. Проекты самые разные. Не так давно школа присоединилась к городскому проекту «Кабинет героя». Это очень хорошая акция, потому что именно нашим детям, нашим поколениям нужно рассказывать о героях, о героических поступках советского народа, советского солдата, о тех событиях, которые происходили. Потому что если наши дети будут хорошо знать историю, то, конечно же, все исторические выводы они дают определенную уверенность, полагать, что и дальше у нас не будет никаких больших войн и локальных конфликтов. Следующее занятие в кабинете информатики. Здесь гостям показали, до чего дошел прогресс. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубину и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек. Через 20 лет, я думаю, у нас будет много ручного труда заменено роботами. Оборудование было закуплено в прошлом году в рамках нацпроекта «Образование». Теперь с его помощью ученики 6 школы изучают ОБЖ, технологию и информатику. Школа оснащается, продолжает оснащаться. Ну, сегодня увидели, как интересно развиваются уроки по информатике, вот, робототехника. Ребята в творческом процессе. Ну, вот это, наверное, своя какая-то такая вот изюминка. Должен отметить, что данная школа у нас попадает под программу реновации. Ее ждет очень серьезная такая реконструкция. Да, у нас уже вышел проектировщик на проектирование в рамках реновации этой школы. Он уже проводит все необходимые проектные работы, уже сюда приезжали, делали изыскания на местности. И будем делать из этой школы очень современную и оборудованную всем новейшим оборудованием школу. Реновация в этом году ждет и 7-ю школу. Программа рассчитана до 2025 года. За это время в образовательных учреждениях планируют не просто сделать ремонт, но и внедрить новые стандарты. Еще в 3 школах, в 4-й, 5-й и 7-й, с 1 сентября появятся современные образовательные центры «Точка роста». Помимо обучения по предметам, центры позволят реализовать разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Обучаться в центрах смогут и в дни школьных каникул. Елена Канина, Михаил Марков, новости Губкинского.